Привет всем, друзья, и добро пожаловать в новый влог. Посмотрите, что у меня в руках. У меня полный мешок. Угадайте, что это? Щавель. Будем варить суп щавля. И здесь ревень. Это передали мне. Спасибо большое. Так, сегодня мы будем с вами разговаривать о нашей даче, о нашей постройке. Так, кое-что разъясню, покажу, расскажу, что я знаю. Конечно, это как бы муж тут строил, делал. И покажу вам, в каком состоянии у нас была вот вообще этот дом. Потому что, как я поняла, видео не видели. Мне тоже несколько человек писали, как мы этот, ну, как дом покупали, да? Ну, да, дачу, дом говорю, дачу. И я вам покажу, в каком состоянии у нас был. Все полила уже, все сделала. Муж только домой поехал. Сделаю вам обход. Вчера ничего не снимала, сделала себе выходной. Думаю, вам потом супчик сварю. Щавля. Вам рецепт мой покажу. Да кое-что печи надо опять. Покажу вам кое-что. У меня один рецепт есть хороший. Смотрите. Ну все. Начали. Начинаем про вот эти ламели. Вот этот вот забор. Видите? Извиняюсь, винограда объелась. Вот это вот ламели. Это все бэушная. Это продается, не знаю, в eBay можно купить, вот такое вот все. И они, что с них строят? С них строят, по-моему, гаражи, вот такое вот все. Вот, ну мы с мужем думали долго. Или нам сносить дачу, я уже рассказывала, или нам ее как-то поддержать. Потому что просто был маленький домик. Я сейчас вам даже покажу, какой он домик был у соседки. Вот такой домик. И вот она мне разрешила кусочек снять. Она говорит, можешь вообще заходить, все снимать. Я говорю, не-не, я вам покажу, в каком он состоянии был. Вот тут у нас сбоку. Вот, это значит железо. Это ламели, это железо. Оно вот такое вот толстое, но это уже муж обшивал, там покупал вот эти вот Том Паумарк есть, по-моему, Глобуси, ну, в таких вот наших магазинах. И он вот такой вот толстый, и там вата, не стекловата, а вот такой вот вата, он утепленный. Вообще хорошая вещь. Вот, например, заморался, вот я даже мыла, тут вытирала, я раз взяла тряпкой, вытерла. Дальше. Водосток. Он делал сам, сделал сюда цепочку, и оно тут начало по цепочке как бы с, и сюда у нас в землю, ну, в травку мы сделали, да, и, да, что мы еще тут сделали? Крыша текла. Крыша текла, до того текла сильно, она была тоже вся с деревом, это уже тоже он сам поставил, мы покупали все это в Том Баумарк мы покупали. Сначала вот это расскажу. Потом обделали крышу. Тоже с этих... У нас все с ламель этих. Обделал крышу, вырезали. Я все вдвоем делали. Я держала. И вот эту вот электрику вот это вот делал. Тут два выключателя. Потом здесь сразу включаешь на кнопку, у нас вода бежит. Вода это у нас скважина здесь. Все сам делал. Потом здесь ламель не было, здесь были просто доски. Доски, которые обваливались, шуршавые были. И я говорю, вот так вот сделаешь, вот так вот. Они всыпались. У нас в домике там, ну, нехорошо было. Вот. И все подкрасили палисандрой, как элью, маслом вот этим вот. Потом у нас мы когда... это надо видео смотреть. Окна здесь, девчата, вообще не было. Не только девчата мне смотрят, мужчины тоже. Окна у нас тут не было. И мы переживали, можно такое длинное ставить или нет. Но вроде бы все нормально, разрешили. У нас было одно окно, вот такое маленькое, узенькое, разбитое, натянуто пленкой полиэтиленовым. И закрыты были ставни. Одна прибита была, одна закрыта была.
Вот это тоже все из ламели. Тоже муж поставил две штуки. Эти две штуки, они одну ставишь, вторая прям вставляется. И да, вот это он все сделал. Потом вот эти вот, конечно, сами вот это все вот алюминий, он все сам покупал, все подбивал. Мы сделали просто витрину здесь. Хотя у нас заборы в Германии ставить нельзя. Нельзя закрываться, особенно большими. Но это у нас как витрина, как красиво прошло. Ладно, вот то, что вот наши соседи тут настроили заборы, нельзя. Вообще нельзя. Но она вот, когда будет дачу брать, вот не знаю, вот прям переживаю. Наверное, все заставить убирать. Так, пойдем сюда. Там тоже. Тоже все. Эта вода, воду тоже подключили, все сюда к нам бежит. Вот, например, вот тут цветы поливать. Все переделают. Это вот наша сторона, да? Смотрите, пройдем сюда. Вот все, вот я ее раз взяла, вымыла, вычистила. Крышу все поменял. Вот эти вот штуки он все сам тоже Том Баумарк покупал. Все сразу говорю, где что покупал. И да, и сразу там это тоже очень классно. Это, знаете, воду набираешь. Вот. Так, этот домик еще новей. Это соседский. Сейчас я вам покажу, который у нас был. Вот именно у нас. Это этим домам, по-моему, по 12, по 15 лет. Это два одинаковых дома. Вот это и там дальше соседский. Крыша тут был один, как сказать, я еще вот говорю, это по-русски по-другому говорится, по-немецки по-другому, и всегда вот путались, смеялись. Он такой, знаете, он промокает, он как сбитый с опилок. Так, идем дальше. Все, вот это все у меня на колесиках, все. Дальше пойдем. Единственное, вот тут мы еще вот эти плитки не подравнивали, ничего. А, еще хочу сказать. Вот этого вот ничего не было. Была такая вот сетка. Сетка до того была согнутая. И тут у нас дерево росло. Вот такое толстое дерево и дуб. Она, главное, спилена была, понимаете? И дуб был. Мы тут выкапывали эти корни. Тут у нас все было. Это ужас. Это ужас. Выкапывали все, убирали. И муж и спину сорвал. И я сама говорю, ужас, что? Я говорю, короче, с Божьей помощью все повытаскивали, все эти корни, все. Дальше идем. Так. Вот это тоже все делал. Все покупное. Сетки подбирал, тоже все делал. Антрацит. Все. Вот душ мне сделал. Потом вот это тоже поднял. Тоже вот это вот виноград, все такое, это как нержавейка, я не разбираюсь. Домик сделал мне. Вот бочка, посмотрите, тоже вот эти краны. Все классно сделал, все хорошо. Поставили вот эту штуку, потому что как, ну, видно на дорогу сильно. У нас вообще как бы тут немножко видно. Вот вода. Сюда он протягивает шланг, сюда, например, заливает воду, или я, например, залила себе воду. Просто а там вот этот, который брызгает, убираешь и делаешь сюда. И вот тут сделал. А вот эта вот крыша, терраса, тоже муж делал. Люди просили, вот, ну, соседи наши, они пожилые. И тоже сделал. Так, забор это тоже поставили, тоже все сами сделали, потому что с той стороны соседской там уже все капут. Так, крышу тоже. Муж тут убирал, промывал, прочищал, все делал, все тут перекрашивал. Единственное, говорит, пока не буду менять шифер, говорит, вот тут вот хватит. Ну, как бы, а там вот все такое, знаете, как специально, как алюминиевый или как шифер этот делал. Тут тоже скат этот делал для воды. Тоже эту ламелю сделал сюда мне, потому что там оно получается, здесь у нас низина низко, а там уже чуть-чуть вверх. И вот эти вот кусты посажены, и когда их поливаешь, все сюда текло. Все вот так вот он переделал, все сделал. Так, тут он мне тоже сделал, потому что тут у нас соседи были, тут у них как все, вот они такие, все такое вот складывают. И, короче, там у них кладовка и что только нету. Вот теперь посмотрите. Сейчас я вам покажу, в каком состоянии у нас был дом. Полностью вот такой вот, вот такие вот щели, все вот такое, не буду пальцем показывать.
полностью вот сейчас вот как есть, вот это дерево. И оно, понимаете, он у нас даже как бы пошатывался до того, вот таким, вот такой вот. Он полностью был, полностью, вы понимаете? Там мы когда открыли, там воняло страшно. И думаю, ну, я говорю, ну надо брать. А мы нашу первую дачу сдали, сейчас тоже расскажу про нее. Сдали, как бы продали, да? Ну и все, тоже там много чего сделали. Но сильно большая была и много туда вложили. Так, идем дальше. Все. Ну, это как столик. Вот такой вот. И весной буду все этим элью, маслом мазать. Где вот такой вот. И хочу тоже тут вот тоже уже надо помазать. Я через каждый там 2 года, например, вот подмазываю. Тут у нас кладовка. Тоже этого ничего не было. Просто был вот такой вот домик. Вот отсюда вот шел. Вот где это идет, вот алюминий, да, сверху. Вот он вот такой вот малюсенький был. Малюсенький. Двери вообще были наискось, толком не закрывались. Ну, это все мы все покупали, все брали. Все подгоняли. И сейчас хочу сказать. И дома так тепло теперь с этих лямель, то, что вот обшил, сделал все. Очень тепло. Прямо тепло дома стало. Так. Тут тоже. Тут тоже. Все отбивал, все подгонял, все делал. Все, посмотрите. И реечки эти я красила элью, маслом, и все делал. Уже рассказывала. Потом стены. Стены были очень плохом. Ну, знаете, когда деревянный дом, он неухоженный, и он старенький был. И тут тоже были пожилые люди, потом вот молодые были, вот которые мы взяли, у них как бы купили. Не как бы мы у них купили. И они делают тут ничего, как, ну, как отказались, и они тут толком и не находились. Вот. И дом у них всегда был закрыт, и если им надо, они приходили там на террасу, вот этого дуба отодвигали, стол, 2 стула, и все, хватит. Так, это силикон. Это силикон, тут все чисто. Это тоже фанеры, не фанеры, ДСП. Во, ДСП. Да. Это все муж подгонял, закрывал вот эти вот щели. И мы это все чистили, пылесосили. И это просто как гель, как намазано, все смазано, тоже реечки сделали. И вот теперь думаем с ним или вагонкой обшивать, или это. Ну, не спешим. У нас главное здесь чисто, хорошо. Пол сделал полностью, пол рейками там прибивал. И мы просто наложили ламинат. Потому что паркет, вот такой линолеум. Ой, паркет и ламинат это уже чересчур. А мы просто линолеум, знаете, положили сюда. И все. И вот тоже вот этот муж тоже полностью все отбивал. Вот это делал. Вот эти вот тоже на дверь. Вот такое вот все. Все с дерева. Все, короче, все сделали. Так, вроде бы все сказала. Про нашу первую дачу хочу сказать тоже. У нас она там, вон недалеко. Купили мы эту дачу. Значит, я уже рассказывала, но рассказывала подписчикам. И все сделали там. 500 квадратных метров. Там работать и работать. Я там вообще не сидела. И у меня там до того такая красота была. Самое первое видео, я уже говорила в прошлый раз. Там столько цветов, я ушла, там все заросло, все заброшенное, все. И ни разу даже кусты не стригли. Ни разу. Мой шеф сказал, как мы жалеем, что, говорит, мы вам предложили эту дачу. А я ходила, я говорю, вас нету поменьше, говорю, потому что, говорю, мы работаем, как бы устаем. Мы такие люди, что мы не сидим, нам надо работать. И, ну как, хотя бы что-нибудь такое вот. Но он предложил, говорит, есть только в очень плохом состоянии. Вот, ну вот мы ее и купили. Первую дачу все сделали, все. Что ж, дачу получили, купили новый павильон дорогой. Одна качели выжила, только с нее этот козырек сломался. Новый павильон. У нас и стол, у нас и стулья. Муж там все пообделал. Как только гевитер, у нас все летело. У нас теплица за 600 евро вставили, все предел. У нас все летело.
Вообще там у нас ничего не держалось. И теперь решили, сказали, возьмем вот нашу дачу, вот эту купим. Но больше сюда ничего покупать не будем. Ничего абсолютно. Ну тут, правда, и спокойнее, и намного лучше, и как бы все как своими руками сделали. И считаю, так и надо. А вот так брать дачу и бегом туда покупать все новое, это вообще никакой. А все, во-первых, выгорает, и никакой это, как вам сказать? Как вам? Ну, у меня тоже такое было. Я говорю, у меня тоже такое было. Вот мне тоже много что писали, мы взяли то, мы взяли это, мы взяли третье, и как я просто по своему опыту говорю, что я говорю, это лучше купить, что есть, даже если купить подержанное, лучше и подержанное, на даче все это пойдет, да? А вот такой, я говорю, я уже, мы столкнулись, что это такое, у нас там павильон аж на соседке улетел, все в дребезги, я говорю, это все в дребезги, все, мы пришли, у нас даже зонт залетел, все. Все поперелетело. Ну, ничего не поделаешь. Ну, вот так вот. Так, травки здесь вообще практически не было. Здесь был бугор. Потом. Здесь травка, вроде бы как он там делал, вот этот вот, который мы дачу купили. А мы зашли сюда, но он нам говорит, мы сделали, все, там у нас новая какая травка. Мы пришли, а тут ничего нету. Тут все светлое. Тут все выгоревшее, тут везде горы, тут этот нам крот понарыл. Короче, вообще, вот такой просто обгрызок был, и все. И вот мы все сами, я говорю, тоже сеяли, все убирали, все прибирали. Землю тоже тут меняли. Я в прошлом видео, по-моему, показывала. Тут землю завозили, тут мы сделали травку, потому что я там цветы сажала. И хотела такое вот, думаю, ну, помидоры такое, оно не идет, потому что от этой фаги очень большие эти корни, и они получаются даже вот отсюда вот сюда вылазят, и там как бы ничего не приживается. Вот мы решили так, вот эта грядка хватит, тут я могу баклажаны в ряд, вот это вот перцы в ряд сажать, я говорю, огурцы в ряд. Это я просто в этом году не посадила огурцы, нет, не огурцы, а баклажаны и перец. А так в основном я каждый год садила их, что-то не знаю, думаю, не буду их сажать. Лучше капусту посажу. Каждый год хочу, говорю, разные. Так что вот. Вот так вот. Ну вот. Такое мое видео. Так что смотрите. Смотрите. Они называются ламели. Это очень хорошая вещь. Очень хорошая. Во-первых, и теплая. Во-первых, и удобная. Их вымыл. И все. Ну. Буду с вами прощаться. Ответила вам на вопрос. Вот. Еще какие вопросы вам надо, пожалуйста, пишите. Я буду вам снимать, что еще такого интересного. Вот. Может, как-нибудь буду травку стричь, буду тоже сеять траву, покажу, которую я пользуюсь. Мне тоже спрашивали, какой я как разум покупаю эти, ну как, для травки, семена эти. Ну, обыкновенные, я беру самые, говорю, простые. Самые простые. Берешь что дорогое, что простое, это одно и то же. Так, кого я хотела посадить? Посмотреть. Мой цветочек. Вот он уже раскрывается. Вот оно. Уже раскрывается. Ну, буду с вами прощаться. Большое-большое спасибо вам за просмотр. Всем пока.